Здравствуйте, уважаемые клиенты! В этом видео мы расскажем, как открыть счет и начать инвестировать в новом сервисе копи-трейдинга OTTO Markets. Для того, чтобы открыть счет в новом сервисе копи-трейдинга, перейдите в раздел «Копи-трейдинг», «Инвестор» в вашем личном кабинете и нажмите «Открыть счет». Как вы видите, для вас был открыт специальный платежный счет, который вы можете использовать для входа в платформу копи-трейдинга, а также операции пополнения и снятия. Не забудьте проверить почту, там вы найдете письмо с логином и паролем от данного счета. Вместе с открытием платежного счета для вас будет автоматически открыт счет для инвестиций, куда будут копироваться ваши сделки после того, как вы начнете инвестировать. После того, как вы открыли счет, вы увидите раздел «Инвестора». Здесь вы можете выбрать наиболее подходящую стратегию для инвестирования, изучить ее статистику по доходности, просадке и многим другим показателям, а также увидеть описание стратегии. Далее необходимо пополнить ваш платежный счет. Вы можете сделать это напрямую, либо с помощью внутреннего перевода с других счетов. Для того, чтобы пополнить его напрямую, перейдите в раздел «Ввод-вывод». Далее выберите «Пополнить счет». В данном разделе необходимо выбрать платежный счет, метод пополнения и указать сумму пополнения. Для того, чтобы пополнить платежный счет с помощью внутреннего перевода, перейдите во вкладку «Ввод-вывод». Далее выберите «Внутренний перевод». И в этом разделе выберите соответствующие счета и укажите сумму перевода. Чтобы пополнить свой инвестиционный счет и начать инвестировать, в разделе «Копитрейдинг. Инвестор» нажмите «Перейти в платформу копитрейдинга». Внутри платформы необходимо перейти в раздел «Мои счета», выбрать ваш инвестиционный счет, зайти в раздел «Пополнение», указать сумму пополнения и пополнить инвестиционный счет. После этого перейдите в рейтинг стратегий, выберите подходящую стратегию и нажмите «Вложить». Внимательно ознакомьтесь с офертой стратегии и кликните «Инвестировать в стратегию». Готово. Теперь вы можете изменить коэффициент копирования и добавить лимит потерь в разделе «Мои счета. Инвестиции». Наблюдать за статистикой своей инвестиции вы можете в подразделе «Статистика». Спасибо за внимание.